Всем привет! Начинаем путешествие очередное с компанией «Ларуссия». Вот были мы в Новгороде на этих выходных. Здесь есть очень красивый памятник Сергею Рахманинову, знаменитому нашему пианисту, дирижеру. Вот. И совершенно случайно, да, кстати, памятник сделал известный скульптор Рукавишников. В 2009 году открыли его памятник. И он уже оброс некой легендой в Новгороде. Я совершенно случайно подслушал разговор двух мальчишек, которые говорили, что папа им сказал, что если подойти к этому памятнику и потрогать ногу, потереть, то ты будешь сильный, как мужчина. Я, честно говоря, ну, очень удивился, и мне очень почему-то стало приятно. Я, честно говоря, тоже подошел и потер ногу. Вот такие вот, понимаешь, истории в Новгороде я услышал. Все, пока. Всем привет. До свидания.